Вот уже несколько месяцев, как в 5-й поликлинике Тараза, не работает лифт. По иронии судьбы, подъемнику требуется скорая помощь. Да вот только ремонт его затянулся. Чтобы попасть на прием к врачу, пациентам поликлиники не остается ничего другого, как подниматься по лестнице. Съемочная группа нашего телеканала решила выяснить, когда же полезная установка заработает вновь. Лифт используется для повышения комфорта и облегчения преодоления людьми высоты в зданиях, поэтому эти конструкции в основном применяются в многоэтажных жилых домах, высотных офисных и промышленных зданиях, а также в общественных учреждениях, таких как больницы и поликлиники. Однако это техника, а значит, может и выйти из строя. Так и произошло в 5-й поликлинике Тараза. Раньше можно было подняться на нужный этаж на лифте, теперь это тяжело. Нелегко подниматься на 4-й этаж. На прием прихожу каждый месяц. Я в положении. Устаю, пока поднимаюсь по лестнице. Когда мы слышим разговор о лифтах, воображение рисует прежде всего те подъемные устройства, которые установлены в подъезде многоэтажного дома. Однако бывают ведь и другие лифты, другой конструкции или другого предназначения. Действительно, лифт не работает вот уже несколько месяцев. Для выхода из данной ситуации администрация поликлиники приняла конкретные меры, а именно подала заявку на проведение тендера на ремонт лифта. Сейчас мы ждем результатов, после чего та компания, которая будет объявлена победителем, приступит к ремонту. Надеемся, что в течение 1-2 месяцев вопрос будет решен. Для того, чтобы пациенты не поднимались на верхние этажи ко врачам, мы выделили кабинеты на 1-м этаже, где и проводится прием людей. Таким был ответ администрации поликлиники. Это значит, что в ближайшее время лифт по-прежнему не будет доступен для пациентов. Ринар Рахматуллин, Галамжан Исинбаев, Айкын Акпарат.